Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и сегодня я решил повыполнять заданочки в танках онлайн. Зашел, в общем-то, себе, ребята, на аккаунт, зашел в заданки, и что я заметил? Вот что, у меня выпала заданочка, точнее, я сменил бесплатно, и мне выпала сразу заданка на золотой ящик. Если честно, я давненько так не видел такие заданки у себя, не выполнял их. Может кто-то часто, может кто-то нет, напишите, ребят, в комментарии, как часто и выполняете ли вы вообще заданки. И мне вот интересно будет почитать. Вот, и как часто вам падают заданки на золотые ящики. Так вот, выпала мне заданка, и я решил такой, почему бы не выполнить ее сразу же и не провести, допустим, спаси голд. Вот, неплохо. Буду я с царем, поздоровайся. Всем привет. Привет. Вот, короче, царь там уже минирует, там все делает, и я буду... Палец устал уже. Да, вот царь уже устал там минировать, там много-много мин нужно поставить. Будет несколько защитников, и, короче, у нас классная тема получится. Сейчас вот я бью чуваков, набиваю, в общем-то, заданку, чтобы... Ой-ой-ой-ой, так он меня не заметил? Фу, он меня не заметил, этот Magnum Beck. Такс. Вот, и поэтому, не знаю, как быстро я выполню эту заданку, но я думаю, что... Ну, там 200 опыта, а 200 опыта сколько у нас там набираются? Царь, как думаешь? 20 хилов, по-моему. 20 хилов? Да. Угу. Так. Если у тебя еще прем, то это получается хилов, наверное, 17-15. Ну вот я 2 кило сделал, и у меня только 30. А, ну по 15 получается примерно каждый. Угу. Вот, ну мы это, ребят, дело все под ускорялку сделаем и продолжим уже, как я набью и перейду на карту со спаси Голдбеком. Так, ребят, зашел я на карту. Это что? А, это куст. Блин, я испугался, короче, меня, короче, в кусту каком-то зареспило. Так вот, зашел я, ребят, на карту, выполнил я заданку, вы все видели, под ускорение. И мы вот с мистер неадекват... точнее, мистер адекват перепутал, это его неадекватом можно назвать. Вот, в матрицах опасных, смотрите. Будем участвовать в спаси голде, но, смотрите, ребят, голда пока что нет. Битва у нас полностью вот как бы анимашки и спаси голд, и видите, все в анимашках, спектр, две матрицы и синестезия. Вот, поэтому мы забираем золотой ящик. Опа, и у меня появляется внизу один голдик, мы его сразу же, соответственно, бросаем. Оп, офигенно вообще, почаще такие вот заданки падали, было мега круто, вот. Поэтому сейчас, ребята, тут быстренько доминят этот голд, заминируют полностью, и мы продолжим. Так, ну что, товарищи, все, в общем-то, заминировано уже. Мин много-премного, царь готов, товарищ Артем 7000, Артем, о, нифига себе, Артем 7000, знаешь, как, короче, как какой-то этот убийца, Артем 7000, Артем. Терминатор. Терминатор, вы готовы, Артем 7000, Артем? Я готов. Ладно, короче, пишем гоу и, в общем-то, полетели. Я полетел. Ой, стоп, подожди, царь. Пока что мир. А? Так, кстати, у вас там твин, ты на твинте, и у нас есть еще гром, да? Так, да. Я почему хочу сюда вот залезть? Я хочу кое-что. Но я не скажу, что. Стой, а где ты? О, глупо, да ничего. А, вот ты. Привет. Да все понятно. Короче, ладно, погнали. О, у нас на киллы, даже 11 к нулю, даже киллы считается, смотри, царь. Да-да-да. Нифига себе. Так, опа, царь. Блин, почти фантом. Кстати, вот офигенно, да? Ребят, как насчет такой вот идеи, как сделать спаси голд с анимашкой? Вот сегодня он как бы анимированный спаси голд. Но у нас всего лишь тут, ну, нас четверо в анимашках. Да, это самые красивые краски, которые есть в танках онлайн, самые крутые. Это вот две матрицы у меня и у участников. Кстати, два участника и два в матрицах. Вот, также синестезия мега уникальная и спектр всеми любимый. Потому что, ну, вот, я много делал опросов и на стримах свои спрашивал, и ребята писали, что вот,
Блин, опять этот куст. Что синус, этот спектр прям очень крутая, красивая краска. Мне она больше всего нравится. Вот так говорят. Поэтому круто. Вот, ребят, как думаете, что если замутить вот масштабный Спаси Голд, там собрать там 15, допустим, чуваков, там 8 на 8 сделать Спаси Голд, и будет 15 анимированных участников, это прям вообще жесть будет. Прям жесть. Да, ты чё, кстати, меня не бил? А мне тебе жалко, что все равно много мин. Да блин, ну кстати, серьезно, много мин поставили, прям дико много. Я даже, о, я хотел сказать, даже отрезаться негде. Тут еще тут нормально, ты... еще хотя бы можно. Я как голд возьму, царь, я сразу этот звезду захаваю, ладно? О! О! Блин, а ты давай. А давай я фантомом возьму, царь, пожалуйста. Ну, иди, ведь. Ищи своего тиммейта. Нет, ну ты должен сказать, сейчас я тебя подкину. Блин, этот чувачок, Артём 7000, он меня убивает, блин, он мешает срывать все мои планы. Я тут такие, короче, курки затеял, а он... Все понятно, короче, Артём 7000. Так, ладно, взрываюсь я. Хотя у меня паук, ребят, да, у меня паук, у меня гром М4 с устройством. И Васп тоже М4. По идее, я должен вообще много всего выдерживать, но... Артём 7000. Даже царь меня не бьет. Смотри, сейчас он меня снова ударит. Вот видите, снова. Ай, хватит, голова кружится. Кружите меня. Кружите меня все. Так, ну а что если мы сейчас сливать будем вас? Ты боишься, царь? Нет, ты меня не сольёшь. Тут же... У тебя резиста от меня нет. У этого паренька тоже от меня нет резиста. Ну, у вас паук, да, но у меня же тоже, типа... Ну, давай. Не каша-малаша. Ну ладно. Да. Короче, смотри, беру голд, царь. Давай. Тебя жалеть не буду или жалеть? Не жалеть. Не жалеть? Ты на полном серьезе? Нет, это не я. Царь, нет, царь, да нет. Это я тебя жалеть не буду. Нет, ну не надо, ну пожалуйста, царь. Ну все, давай. Это неправильно. Давай. Это нечестно. И я считаю, что это нарушает все законы танков онлайн. Ну царь! Ну это нарушает все законы танков онлайн. Давай, бей меня, гром. Все, спасибо. Ну нет! Ну! Тихо-тихо-тихо назад! Блин! Блин, этот гром, он постоянно. Серьезно, я вначале, блин, Артём 7000 потроллил, а он меня и контролит только. Хорошо, что он меня не слышит, а так бы вообще, наверное, контролил бы. Артём 7000. Он без ничего. Можно, кстати, его убить. Так, ладно. Да, кстати. Тогда сейчас. О, царь меня хотя бы не бьет. Нас точнее. Так, все, я полетел. Да блин! Ну давай, попробуй. Смотри. Ща! Все, остановочка. Моя остановочка. Ну все понятно, короче. Блин. Вот, а если мы его сольем, как думаешь, царь, будет лучше или нет? А у него, по-моему, минок нет. Ну в то. Так. Все. Готовность, полет. Прекрасный сейчас будет. Ааа, прям перед голдом, блин! Кейт. Я спрятался в кустиках. Так, ладно, короче, летим еще раз. Ну блин, ну почему я криво лечу? Прям, я, короче, подлетаю к голду, и там сразу все лагает моментально. Я не знаю, что там за магия, что там так насрали, но вообще невозможно проехать. А что если вот сделать прям по-коронному? А что, вы уже не бьете нас? Почти черное пятно перед голдом, блин. Охренеть, мне вас жалко. Да я вижу, что вы нас уже даже не бьете, жалеете. Так, ладно, сейчас сделаем попытку такую жесткую. И попытаемся, конечно, взять, но что-то мне подскажет, что я тупо не долетаю. У вас еще и тут много мин. Да, сдолбали, блин. Везде. Почти взял. В смысле, кто? Он или я? Или он и я? Он. Он почти взял. Да. Серьезно? Блин, да, давай уже, чувак, молодец. Бери. А то я один что-то вроде как будто летаю. Ну! Ой, как лагает! Жесть! На видосе, наверное, тоже видно. Прям да. Вот так. Вот, у тебя не лагает, когда ты подъезжаешь к золотому ящику? У меня FPS 40. 40 FPS? Да. Ну я возле голда сижу. Я не сорвался. Как? Я только что так прыгал, в итоге, знаешь, как, короче, попрыгунчик какой-то и не взорвался, ё-моё. Ладно, короче, надо прям по скиллухе сделать. Так. У тебя уже 60 киллов? О, в космос полетел, подожди.
О, меня самоуничтожило в полете, понял? Серьезно? Серьезно, ты посмотри, я же не мог в полете сам себя об небо самоуничтожить. О, сейчас этот возьмет. Так, ладно, все, let's go, motherfucker, я полетел. А он не возьмет, он тоже там полетел далеко. Ну не так, конечно, как я, но. Ну! Блин, почти. Ну что же ты, лети. А, блин! Как, блин, почему? Как? Почему я криво полетел? Вы видите, я просто, если правее чуть-чуть, я бы его взял. На, ладно, сейчас еще раз на позицию. Так, там миллион мин. Чтобы на позицию доехать, нужно объехать миллиард мин. Так, ну что, let's go. Я не дам. Стой, а. Я не дам. Я, да! Офигел. Короче, мне нравится эта позиция, мне кажется, только с нее можно. Тут уже пишут в чате, господи. Ай! Давай, ну блин, мы анимированный спаси голд. Мне кажется, это вообще что-то как нереальный сегодня какой-то спаси голд. Да, я заменил. Не жаль такой сложный, я не знаю, это так заминировано просто, да? Да, очень сильно заменил. Смотри, все, беру, царь. Да! Аллилуйя! Офигеть, неужели, как я взял? Жесть, там столько мин, ты в одну точку, вот скажи честно, сколько ты мин поставил в одну точку? Ну, минок по 30. В одну? Офигеть, я думал, а что так лагает? Вроде как бы, ну да, там куча большая, но еще так лагало фрезы, а короче, еще, ладно. Знаешь что, тут есть что сюрприз, там? В одной минке тут 100 минок. Не надо, не показывай этот сюрприз. Короче, вот такой, ребят, у нас спаси голдный сюрприз получился. Если вам ролик понравился, то с вас лайкос, подписка на канал. Вот, выполняйте заданки, получайте голдбеки, делайте спаси голдбеки. Вот, ну а с вами был Биг Танк Царь и защитники-участники. Всем удачи, всем пока. Всем пока-пока.